Этап 13. Росарио, Буэнос-Айрес. На финишной прямой. Никто из соперников не считает, что Дакар окончен, пока не доберется до финиша в конце этого дня. Осторожность – вот главная тактика на быстрых треках этого спецучастка. Ведь доехать до подиума Дакара 2015 в Буэнос-Айресе – это само по себе огромное достижение. Чувство радости, мурашки по коже бегают, финиш Дакара, и тем более действительно хорошее место. Мы все-таки ж ставили задачу себе и с этой задачей справились. Мы пятые на подиуме, достаточно на финише, достаточно хороший результат. Супер!